выгнанный Союз художников Никита Сергеевича за майонезную выставку. Я здесь действительно чувствую все родное, все близкое, но причина на самом деле, мы с отцом Андреем только что это обсуждали, и он видит в этом какие-то очень глубокие причины, как бы вот это шедевры, на каждом шагу здесь шедевры. И действительно, почему шедевры должны в крипте выставляться? А все очень просто. У художников-актуальщиков есть деньги, а у вас их нет. Там выставка в большом и даже малом манеже стоит 20 тысяч чего долларов и рублей в день. Вот и все. Причина на самом деле простая. Поэтому если кто-то заинтересован, чтобы эти художники жили и создали себе и всем мейнстрим, пожалуйста, помогите им. Вот и все. Ой, спасибо, Вахи. Спасибо огромное. Спасибо. Кружку, да. Не знаю, спасибо.